Так, всем привет. Сегодня у нас будет какой там у нас уже четвертый раз по 150 или пятый. Будем пробовать в этой рулетке новой получить некроса, доказывать вам, что тут халявы у нас нет. Будем ролить, не знаю, может 150, может 300, посмотрим, как будет падать. Потому что сколько я смотрю видосы, там снимаю, там под 10-20к вы там реально толком рендом не увидите. Надо снимать как папка, сразу на максимум. Так, почту вроде я почистил. Уже у нас, видите, уже у нас не 150, а 200. Поэтому самоцвета уже уходит намного больше. Китайцы поняли, что сыпет очень хорошо. Решили нам чуть-чуть подкрутить. Так, коробочка, 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 коробочка. Ну, это мне уже не нравится. Кулачки, кулачки. Спешить мы, в принципе, никуда не будем. Предыдущие акции мы спешили. Тут спешить некуда. Ну, пока, честно говоря, не очень сильно радует дроп. Что здесь поменяли? У нас добавили стрелка вместо пятых рун и коробку таланта вместо третьих. Также у нас поменяли основные награды. Ну и обычные вот эти сундучки тоже отсюда убрали, осколки, которые были раньше. Не знаю, это плохо или хорошо, но ничего не поделаешь. В этой акции мы будем гоняться за кулачками. Это самое основное, что нужно. Вот она, коробочка первая. Но очень много, видите, еще хуже сделали рандом. Вторая коробочка. Третья коробочка. Вот так, ребята, надо ролить. Три коробки, которые никому не нужны. По крайней мере, мне. Самое основное здесь это вот три зелененьких собрать. Самый нужный ресурс в игре. Ну вот и все. Три коробки. Для начальных аккаунтов это реально круто. Ну, Анубис, говорю, Анубиса, Анубиса мы три получили. А вот Некроса так и не получили. Поэтому, если вы там надеетесь, реально нужна очень хорошая удача для того, чтобы здесь получить героя. И нормально самоцветов. Это не Китай. И это не английский сервер. Видите, кулачков даже немного дают. Нам даже кулачки запихнули в маленький сундучок. Вот сюда. А сюда, в принципе, поставили довольно-таки неплохо. Самый топчик этого 10 рун. Посмотрим, сколько нам на 200к упадет. Где-то должно в районе 20к кулаков упасть. Видите? Опять коробка. Да, блядь, заебали. Нахрена мне столько коробок пятых? Дайте кулаки лучше.
реально рандом хрень полная. Пока выше коробки мы не поднялись. Еще одна коробка. Поехали дальше. Реально первая акция была намного круче. Там хоть падали руны, а тут коробки и то через... Ну, коробки, видите, в принципе, довольно-таки часто падают. Но не для топ-аккаунтов они нужны. А вот рунами я две пятерки собрал. Одну уже сковал. Конечно, вот это вот, то, что надо все время щелкать сюда, это реально бесит. Могли бы сразу сделать в алтаре все. По-моему, тут даже уменьшили строку, было раньше 5000, сейчас сделали 4000, если не ошибаюсь, надо будет пересмотреть предыдущие роллы на главный сундук. Ну, как видите, реально падает дерьмово, даже кулаки толком не падают. Опять коробка. Ну, хотя бы радует, что не надо будет открывать кучу этих, кучу осколков. Потому что с осколками реально было тоже геморно вчера. Да, рандом, конечно, похерили полностью. Коробка, по-моему, была, если не ошибаюсь. Сейчас опять даст пятую. Блять, карта охрененная. Нравится мне такой ролл. То, чего нам не хватает. Посмотрим потом, сколько коробок там будет. У нас, по-моему, 6 было. Я там немножко коробки открывал. Новым героем пробовал. Что-то интересное выбить. Тестировал. Так, поехали дальше. Коробка, коробка, коробка. Опять коробочка. Опять коробочка. Ну, для начального аккаунта, да, это будет круто. Можно будет пятерок наролить, навыбивать то, что тебе надо. В принципе, это неплохо. Многие с бесплаток даже получили коробки. Ну, кому как повезет, в принципе. Так. Ну, как-то заметно, что реально не то. На что они надеются, я не знаю. Но реально, если уже даешь акцию, то давай такую же. Зачем было вот это вот менять?
Оно даже заметно, что кулаков намного меньше сейчас будет. Плюс дороже получается. Ну, все равно это дешевле, чем получать их с других акций, либо просто ролить. Особенно, когда тебе ничего не надо. Вот смотрите, сколько у нас просто выпадает нижняя коробка. Вообще жесть. Также мало падает кристаллов. Так, раз. По кулакам, конечно, вижу, что вообще печалька. Больше зеленых падает, чем синих по 100. Причем Анубиса за сколько мы еще ни разу не выбили. Ну вот этот раз кулаки вроде неплохо пошли. Давай опять карту. У меня аугментация, пиздец. Нахрена оно мне? Так, поехали дальше. Да. Даже уже эта акция по сравнению с первым разом, который был там пару часов, уже не то. Посмотрим, что в итоге мы получим с 1000 молоточков. Ну, в принципе, в любом случае это покруче, чем любая другая акция. Потому что ни в одной акции вы столько не набьете, как здесь. Единственное, что здесь просто уходят самоцветы. Вот это хуже всего. Они просто улетают. Интересно, сможем хотя бы получить там, не знаю, что-то выше коробки? За 150, за 200 даже ка уже. Уже не 150, а 200. Просто интересно. Здесь очень хорошо получать карты на подземки и на волны. Очень круто ими прокачивать героев. Герои очень быстро прокачиваются. Плюс кгшки экономите. И самоцвета на прокачку. Опять коробка. Так, и сейчас опять упадет нам хрень. Как я и говорил, карта.
Так, поехали дальше. Почти третью часть уже заролили. И реально толкового пока ничего нам не упало. Смотрите, просто тупо нижние сундуки. Интересно даже уже, сколько мы там получим кулаков с этой акции. Ну, тут чисто акция для прокачки героев. И чисто создана, я так понял, для донатов, потому что кулаки, значки почета, книжки, пропуска подземки для КГшек и волны. Чисто для прокачки героев. Так. Видите, как-то, когда не сильно быстро, больше кулаки вылазит. Наверное, тут три желтеньких нереально. Это надо просто, чтобы аккаунту повезло. От того, сколько ты сюда закинешь и заролишь, ничего не изменится. Просто чисто набиваешь, фармишь себе ресурсы на следующих героев. Зачем было делать эту акцию? Я, в принципе, не понимаю. Они и так уже некросом дисбаланс шатнули. Так сейчас они еще больше шатнули благодаря халявным кулакам и коробкам. Вот видите, только сказал коробка. Еще одна коробка. Посмотрим, сколько мы коробок получим на 200к. Тем более они поменяли битву гильдии. Я не понимаю, зачем было это делать, чтобы типа люди силу качали. Многое, короче, непонятно. Еще коробка. Вот интересно, стрелок упадет хоть раз? Вчера было все-таки поярче все. Опять коробка. Давайте карту, суки. Надо так им говорить. Давайте карту, суки, я не буду давать кулаки. Опять коробка. Еще одна. Да, все-таки вчера было поинтересней. Можно было сетом нахапаться. Тут получается, нахапаешься коробок. Ну, в принципе, с другой стороны, больше ролить не надо будет. Открываешь себе коробки в кайф. Вышла обнова, открыл коробку. Для начинающего аккаунта это реально кайфовая акция. Задонил сюда в акции,
получил. Но тут некроса просто нету. Лучше, когда некрос есть. Потом дождался эту акцию, скинул, получил все, что надо, получил кулаки. И, допустим, на мелком аккаунте можно реально сделать там 5-6-10 героев, на максималку их быстренько прокачать и просто тупо бегать, трешивать. Возможно, когда-то этим займемся, сделаем маленький аккаунт, выбьем туда всех топовых героев и будем просто бегать, угорать. Но сейчас, в принципе, невыгодно уже с такой битвой гильдий силу маленькую иметь. Вообще уже невыгодно. Надо качать. Потому что разница где-то в 500 очей уже на мелких аккаунтах по сравнению с тем, что набивали раньше. Это очень много. Это фактически там минус 300 кулаков, как минимум. А если вы еще не займете первое место, то вообще жесть. Так, чуть-чуть не хватило до коробочки. Интересно, 1020 кулаков будет или нет? То, что здесь уже не падают герои, это уже и так понятно. Ну, 10 слизней еще куда ни шло. Еще коробка. Да, сейчас как-то рандом не очень. Вчера мы хотя бы выбили скины тыкве. Три Анубиса. Сегодня вообще жесть. Одни коробки падают. Самое главное, чтобы кулаки падали по максимуму. Что там у нас? 199-0. Ну да. Им, наверное, даже не выгодно меня бить. Реально жесть. Чем меньше силы сейчас у вас, тем меньше вы будете получать. Ну, поехали. Как раз под 40. Так. Ну, что-то... Еще коробочка. Ну, не знаю. Коробок, наверное, 30 точно выбили. А может и нет. Может меньше, конечно. Но 30 коробок это тоже немало. Если перевести в самоцветы, точнее, в кулаки, то это тоже немало. $200. Если кто-то так покупает, конечно. Многие, конечно, покупают, но я бы не советовал. Ну, что, ребятушки, за 200к мы не получили ни одного героя, ни скина. А теперь смотрим, что мы получили. Склад. Всего 17к кулаков. Реально хрень. Потому что раньше мы получали намного больше. Есть. Получили 22 тысячи кристаллов. Получили 832 тысячи значков. Ну, тут еще один кулак. 18. И еще 2 тысячи. Ну, 20 тысяч.
Фактически один к одному. То есть 200 тысяч самов, 20 как кулаков. Ну, как-то так. Не очень, честно говоря. Ожидал большего. Получается сейчас, чтобы получить хотя бы 100к, надо 1 лям слить. Смотрим дальше. Так, карты входа. Где-то приблизительно 200-250 штук. Потому что у меня они еще были со вчерашнего. Ну, где-то точно так же получили пропусков. Не знаю, хорошо или плохо. Что я могу вам сказать? Будет как открывать их. Что у нас еще интересного есть? Ну, это Анубис с акцией. Стрелки тоже с акцией сегодня достали. Ворожая, Рино. Давайте это откроем. О, смотрите, как хорошо посыпали рунки. Что у нас еще интересного есть? Ну, в принципе, вроде как бы все. Сундуков осколков нам пока больше не падает. Их тоже убрали. Так вот, пишите потом в комментариях, кто что достал. Может, кому-то упал Некрос, упал Анубис, либо Стрелок. Но я вот за 200к опять ничего не выбил. Завтра будет продолжение, акция еще будет завтра. Может, добавят нового героя, будет пожестче все, потому что мне надо его с акции достать и прокачать. Все, всем пока.